вот и закончились наши стихио. Спасибо. Сегодняшние стихио фотографии, а не стихио. Мы говорим. Спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто читал. Я думаю, что следующая наша встреча о чем-нибудь, стихи о чем-нибудь будут где-то в ноябре, не раньше. И можно повлиять и предложить свои темы и свои места для проведения, и куда нас позвать. Мы будем очень этому рады. Сейчас, пожалуйста, не расходитесь, ну, не надо бежать. У нас будет лаунж-пати. Мы можем пообщаться, посплетничать, обсудить только что прослушанные тексты, предстоящую поездку в Челябинск и так далее. Я думаю, нам есть о чем поговорить. Еще раз спасибо большое, Валерий Антонов, за гостеприимство. Давайте вообще просто. Очень надеюсь, что в скором времени я приглашу вас на какую-нибудь свою выставку, может быть, даже персонально. Но не будем загадывать. Или вы пригласите меня на свою выставку, может быть, персонально. Или на презентацию книжки. Я думаю, что это очень здорово, когда у нас появляются поводы, чтобы встречаться, но и без повода тоже здорово встречаться. Спасибо большое и приятного всем вечера.